Вот уже 13-й год подряд в Люберцах проходит песенный фестиваль «Приди и пой». Он объединяет таланты со всего Подмосковья. На этот раз более 100 вокалистов претендуют на гран-при и на прослушивание у знаменитого поэта-песенника Александра Шаганова. Как распорядились судьба и удача, знает Александра Томей. Ретро-песни, зарубежные отечественные шлягеры, лиричные композиции и динамичные хиты. Участникам вокального фестиваля «Приди и пой» созданы все условия для свободы творчества и самовыражения. И название у мероприятия говорит о том, что прийти и спеть на сцене может каждый желающий. Сама идея фестиваля, в общем-то, хороша тем, что он само название «Приди и пой». То есть он дает возможность талантливым людям, молодежи, маленьким детям, взрослым людям прийти и попробовать свои силы в жанре песни. Заветное желание участников – прослушивание известным советским и российским поэтом-песенником Александром Шагановым. Однажды я сказал, что запоют люберцы, запоет страна. Тому есть уже не единожды подтверждение в лице моего друга Николая Вячеславовича Расторгуева. Песня – это самый демократичный вид искусства. И сегодняшним днем нашими песнями мы, безусловно, укрепляем нашу планету. Фестиваль традиционно собирает участников со всего Подмосковья. Татьяна Строкова приехала из города Лыткарино. Она занимается вокалом уже 5 лет. Участвовала я в международных конкурсах, российских конкурсах. На этот конкурс я уже не раз приезжала и, надеюсь, еще приеду. Фестиваль «Приди и пой» проходит при поддержке администрации городского округа Люберцы. 13-й год подряд в городском округе Люберцы проходит замечательный молодежный открытый фестиваль эстрадного вокала «Приди и пой». И действительно, ребята, которые проходят этот фестиваль, которые получают дипломы, завоевывают места, они впоследствии приходят работать в наши музыкальные школы. По словам организаторов, главная задача фестиваля – создание площадки для творческого общения молодежи, ведь песни и музыка – язык, понятный каждому. Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.